Аляска. Эта территория принадлежала русским по праву первопроходцев. Ведь, по легенде, новгородцы добрались до Америки еще при Иване Грозном. Второе открытие Аляски состоялось в августе 1732 года, благодаря экспедиции Ивана Федорова и Михаила Гвоздева. Но официальным днем открытия Аляски принято считать 15 июля 1741 года, когда на ее берега высадилась команда Витуса Беринга. Конкуренты, англичане и американцы, появились на Аляске лишь 4 десятилетия спустя, когда русские уже начали активно обживать эти земли. То ли по причине бунтарства своих управленцев, но скорее из-за резко снизившейся доходности российско-американской компании, Николай I также не взял на себя ответственность за официальное включение Аляски в состав Российской империи. Версия первая. Изначально эта цена, причем даже не 7, а всего 5 миллионов, была определена в ходе тайного заседания 28 декабря 1866 года. Ровно в час дня 6 человек тайно собрались в здании главного штаба на Дворцовой площади в кабинете министра иностранных дел Горчакова. Эти шестеро и были теми, кто готовил и осуществлял продажу Аляски. Император Александр II, его брат Константин, хозяин кабинета Горчаков, министр финансов Рейтерн, морской министр Крамбе и посол в Вашингтоне Эдуард Стекль.